хорошо. Очень хорошо. Замечательно. Что такое? Товарищ генерал, немецкая делегация прибыла. Что, уже? Они в прихожей. Товарищ полковник, я не знаю. Пусть господа немного подождут. Посмотри там в шкафу. Есть. Товарищ, со мной. Товарищ, одевайте. Мои генералы еще на фронте, вы должны заменить мне мой штаб. Видите себе так, как будто вы мой штаб. Все должно выглядеть совершенно правильно. Выполняйте. Пусть, товарищ, заливайтесь. Давайте же! Молчок. Простите! Мы знакомы. Мы несколько раз виделись в Крыме до войны. Я был тогда атташе немецкого дипломатического корпуса. Господин генерал, какие известия? Я сообщаю вам, что Адольф Гитлер и его жена покончили с собой. Нам это известно. Это невероятно. Я уполномочен правительством вступить с вами в переговоры о заключении мира между нашими государствами, понесшими самые большие потери в этой войне. Господин генерал, вы бы сами заключили бы со мной мир в подобной ситуации? Такова моя задача. Тогда доложите вашему новому правительству следующее. Берлин должен безоговорочно капитулировать. Все капитулирующие должны сложить оружие. Вот тогда и поговорим. На безоговорочную капитуляцию мое правительство не пойдет. Сложившаяся ситуация не предполагает альтернативы.